Та-дань! Я дождалась мою ледяную женщину. Да. Она вроде бы, ну как бы понятно, тут совершенно другой сюжет, но для меня она чем-то похожа на Шэнь Хэ. Почему-то она мне сразу очень понравилась. У нее какая-то история интригующая, какая-то драматизменная. Плюс там не все до сих пор понятно. Вот, новую сюжетку я пока еще не проходила, сейчас пойду делать. Вот, ну, в общем, Цзинлю я очень ждала. У меня прям вот только что была Кафка, да, поэтому, можно сказать, крутим с нуля, но я подготовилась. Посмотрим, повезет, не повезет. Та-дань! Суд идет. Да. Очень эта фигня похожа на зал правосудия в Фонтейне. Сам помню, до сих пор созвездие. Офигеть, я думала, он, если честно, уже давно собрался. Ну, я сейчас крутанул, 15 круточек пустил. Ну что, у тебя тоже сампа? Нет, леса. А. Третье созвездие. С лесой мне очень повезло на генерале, я помню. И она у меня либо С5, либо С6. Угу, внезапно. 30 полетело. Понятно, что ранней не будет. Видимо, уже. Ну, давайте хоть выиграем, но так чисто уже. Оу. А, это конус. Угу. Какой-то новый. Сорок. Ага. Леса у меня собрана, у нее уже нету. Созвездие уже кэшбэк. Мне бы так. Ну, я ее на генерале собрала. Так, я, кажется, сбилась. Но это вроде 50. По-моему, да. Еще одна лиса. Ну, прям лисом защупала. Любит она. Она меня очень любит, да. Пушистыми хвостами. Это 60? Или да. 70? 60, да? Угу. Ну вот сейчас посмотрим. А чем? Сколько тут? 80 или 90? А как обычно, 90. Еще какой-то конус. Ну. Ну вот сейчас уже, по идее, должно. Понятно. Нет. Понятно. А, ну я была практически с нуля. У меня было 3 после Кафки. Да, тогда следующее. Ну, могли бы сейчас сдать. Так, чисто уже. Сколько можно-то? Ого, и так бывает, ладно. Ну давай. Угу. До победного дотянул. Угу. Вообще что-то пипец. О. Ну, у меня, в принципе, ничего нового. А у тебя 50 на 50, да? Да. Страшно? Была... Да, если честно, нет, я как-то... Если эмоции, то туда. Я риторически уже отношусь ко всему, потому что мне после Геншина не страшно уже ничего. Господи, боже мой. Обозралась. Да. Ну, криво девочка выпала. Вот тебя, тварь, я вообще не хотела. Вот извиняюсь всем симпам сразу. Вот. Но у меня есть ГГ и Сохран, и она меня устраивает. А вот этот товарищ мне как-то и по сюжету-то не очень понравился. Ну, понятно, короче. Спасибо. Не надо. Я больше всего боялась, что мне выпадет, если честно, Ян. Потому что его я хотела еще меньше всех. Он у меня и так какой-то уже С1 или С2 чуть ли не. Угу. Меня от него тошнит, и поэтому я хотела нормального Крио ДД. ДД! А не танка. А можно следующей десяткой, пожалуйста? Ну, понятно, так бывает у всех, только не у меня. А я такая еще размечталась, мало ли, вдруг конус еще выйдет. Ну, конечно. Угу. Надо было копить. А это как у меня 500, наверное. С Кузькой.
сам по мячу вообще что ли не было, не знаю, созвездия все что-то идут и идут. Дайте кэшбэк уже что ли. 20. А ты планируешь делать какую-нибудь монопачку из кого-нибудь? Да что-то как-то нет, если честно. Мне просто вот хотелось хорошего Крио ДД вместо Яна. Я, конечно, научилась уже им играть, там и все, но что-то как-то, не знаю. Я даже с ним какие-то миры Герты закрывала, потому что там вот именно Крио, по-моему, нужно было. Ну и Амона именно меня как-то что-то вообще пофигу, если честно. Так, еще какой-то конус. У меня собралось уже две монопачки. Я вот думаю, какую еще собрать. Да, система, ты офигела, как обычно. Я поняла, у меня будет 80 плюс 80, как на Казахе и Аль-Хайтаме. Еще одна лисья жопка. Если б я выдал сегодня эту землю, я бы, наверное, это... Писал кипятком? Ну, это тоже. Как раз Марту бы туда определил, учитывая, что она, в принципе, вкачана у меня. Ну, гепарда у тебя нет, Яна у тебя нет. Гепарда вроде бы... Гепард теперь у меня есть. Нет, зачем мне гепард? У меня есть Марта. Она лучше. Она тяночка. Так, вот, сам пособрался. Ну, я поняла, система, ты хочешь меня это, в ноль. Угу. Чтобы, ты как я, чтобы конус сейчас вот скребла, как на фусюане. Да не буду я его выбивать тогда, господи, делать мне ничего. Я думаю, она и так будет убивать с любой затычкой в руке. Как не знаю что, я тут в тестовом забеге только кнопки какие-то прожала, я смотрю, уже все умерли, думаю, офигеть. Что-то страшное. Угу. Летит. Ну, 10 остался. Угу. То ли 10, то ли 12. Смешно. Ну, сейчас ты уже гарант. Ну и 1000 в конусы. Причем она первая. Красотка. И еще одна сейчас такая. Очень красиво. Что-то заело, что ли? 3 одинаковых какой-то конус. Потом гляну. Угу. Ну. Грац меня. Конус, десятка. А, ну, ладно, я могу еще дать десятку в стандарт. Но у меня, по-моему, недавно была голда. Мне выпал конус на Кимико. Я сначала так визжала, думала, мне выпала она. Ну, хрен там. Я не знаю, что у меня в конусах. По-моему, последнее, что мне выпало, я тупо крутанула десятку, и мне выпал конус Слочи. Но это был мой, по-моему, единственный фарт в этой игре. Сейчас я гляну. Что у нас тут? О, что-то сами посмотрим. О, нормально. В смысле, Пелагея Сергеевна, не C6. Она у меня на первом баннере, по-моему, собралась. Может, на C5 была. История. Да, вот. Эхо из гроба. Это Лочевский. И вот я реально, я крутанула десятку, и у меня выпадает. Я аж обалдела. Вот. Вот раз, два, три, четыре. Ну и сейчас десятка была. Не, ну это без шансов. Можно, конечно, сделать вот так. И тут еще 26. Угу. Ну, сдается мне, это как мертвому припарке. Ну. Не, я, конечно, могу. Жаль, 2 не хватит. Надо пойти, что ли, Герту закрыть и в кое веки сходить в местную бездну. Почему-то она меня тут раздражает.
сервал. Ну, в смысле, конус. Ну. Не, ну две круточки до десятки набрать, это быстро. Ты сегодня уже много чего сделала или еще нет? Ну, ежи сделала. Эти забеги сделала. Но я не делала ни сюжетку, ничего. Я вообще, кстати, очень давно что-то квесты не делала. Вот, не, я, конечно, могу помучиться и покрутить по одной, но мне кажется, это бесполезно. Да, можно две-то набрать несложно. Вот. Ну, Дзинлю есть, я уже очень рада. Нет, не тебе. А что на нее можно напять? Что у меня вообще есть? Ага, какие-то вот такие штучки, да? Ну, посмотрим, разберемся. Угу. Конусов много. Она же у нас разруха. Угу. Нормально, соберем. Боже, сколько у меня созвездий-то, мама мне. Мне что-то столько лиса-жена сыпало, что, не знаю, мне кажется, у меня кэшбэка должно быть просто уже до бровей. Ну, этот, похоже, тоже. Да, я сам пособрал все уже давно. Там где-то перестало уже сыпать. А, и это тоже. Ну, нормас. Тебя прям в этот раз. И Пелагея Сергеевна. А, нет, она только C5. Да что ж, я слушаю, мне реально. Она мне так на первом баннере падала, что я думала, она уже все. А, Алиса все. Да, ну угу. Отлично. Ну все, одевай. Я пока не знаю, во что. С артами у меня тоже все очень плохо. Ну, либо тяни до конца баннера. Пытайся выбить конус. Ну, посмотрим. Не знаю пока, что делать. Я подумаю. Потому что на оружейке мне обычно везет еще хуже, чем на персовом. Куда еще хуже, правда? 80 плюс 80 через просер. Ну, да. И это надо радоваться, что тут... О, какая-то фигня. Что это такое? Это какая-то новая что-то? А, нет, это я просто там никогда не была. Прикольно. Ну ладно, пойду качать. Та-дань.